Всем привет! Мы с Мирычем едем в аэропорт! Ура! Мы направляемся в сторону Болгарии! Мы с Мирославом первый раз в жизни вылетаем вместе! Поедем тусить! Да, Мирыч? Да! Тебе нравится вообще наша идея? Да! Ну что, оторвемся, братан? Да! Давай! Да! Да! Вот он наш любимый аэропорт Республики Беларусь, города Минска. Красавица! Сейчас мы туда нырнем. Ну вот мы с Мирославом направляемся в аэропорт 1 города Минска, Республики Беларусь. Мирослав у нас там немножко, наверное, подустал с маленьким чемоданчиком. Мирчик, как ты там? А, нормалек? Да. Ну давай, тяни, братан. Мирыч тут задержался в интересном отделе. Пошли, Мирослав. Одно бухло. Сидим, кофеек попиваем в ожидании вылета. Самолет в каком приземляться запрещит, когда это сидеть за руль. Такого же было в прошлом году, когда мы с мамой ехали. Заходи, давай. На регистрации мы были последние, и в самолете мы последние. Прикольно, зато никто нам не мешает. Свободное у нас место. Да. Ну что, Мира, взлетели? Да. Все нормально? Да. Нам все растягивают. Мирыч у нас как извозчик. Добро пожаловать в Болгарию, Мирослав. Вот мы уже едем в комплексе. Вы летите. Мы остановимся. Мирыч, привет. Привет. Как тебе отель? Хороший. Ну давай, покажи нам достопримечательность. Хороший, это, честно говоря, слабо сказано. Тебе нравится? Да. Ну пошли. Всем белорусам шлю огромный привет с Болгарии, солнечной Болгарии, отель Royal Park. Прикольно, конечно, засыпать под шум морской волны. Вопрос только, заснем ли мы? Да и просыпаться под шум морской волны офигенно приятно. Мирыч, просыпайся, пошли купаться. Сейчас мы вам покажем, в каком мы номере жили. На будущее рекомендуем всем. Мирыч отдыхает. Большой, просторный, очень уютный и комфортный номер. Вид потрясающий. Уважаемые, привет! Сейчас я вам покажу панораму, где мы находимся. Пошли! Смотрите, какое потрясающее место.
Бар у нас полностью бесплатный. С утра до позднего вечера. Мирок у нас тут на трапезе. На хамбургеры. Ну что, Мирыч, как тебе тут? Очень приятно завтракать с Мирославом, как говорится, у кромки бассейна. Да, Мирыч? Мирыч у нас трюкач. Майами. Ну что, Мирыч, как тебе здесь? Это наш красавец отель. Мы находимся и живем вот там, на самом макушке, 10 этаж. Как раз это вид, наша панорама. Ну что, уважаемые, шлем вам привет с Болгарии. Мы с Мирославом отдыхаем, культурно отдыхаем. Папа, что ты делаешь? Пойдем, сынок, костями греметь. Ну что, сынок, надо что-то делать. Ты кого больше любишь, брюнеток или блондинок? Батя, надо брать рубероид. Красава, будем брать рубероид. Водное поло и все другие увлекательные мероприятия. Вот такие вот у нас аниматоры. Можно покататься. Как ни крути, но мороженое – это незаменимая вещь. Рай. Самое шикарное – это тогда, когда не хрен делать, можно просто тупо посидеть и посмотреть на панораму, на людей, на море. Потрясающий вид. Класс. Слепил замок из песка. Сейчас будет экстремальный заезд. Так что мы поехали. 50 метрах от Черного моря и в 100 метрах от нашего отеля находится здание, в котором целыми днями с утра до ночи раздают пирожные, мороженое и спиртные напитки. А также в этом здании проходят дискотеки и танцевать.
предлагают уже сейчас. Бесплатные пирожки, морожки. Городок Калининград живет своей инфраструктурой. В ней располагаются торговые центры, ряды и развлекательные мероприятия. Ярослав, как всегда, нарисует движня. Структура развлечений. Друзья и приятели, с которыми мы встретились здесь и подружились, из города Оренбурга. Респект и уважуха им, молодцы, хорошие люди. Пацаны, роботы, пришельцы, понакупали ботинок. Опа! Ну что, как дела, пацаны? Ужасно. Довольны покупкой? О, да! Молодец. Ну а ты доволен покупкой? Да! Ты доволен? Мы полицейские! Вот! Вот! Я доволен покупкой! Да-да-да! Эмоционально! Давай, побежали, побежали, побежали! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Мирыча вербует на фотографию пришельца с другой планеты, Болгарии. Разминка Мирослава перед игрой в волейбол. Ой, ёпарсы! Уважаемые, сейчас мы сделаем небольшой обзор аквапарка, который находится на этой территории городка. На данный момент сейчас там Мирослав бесится на заднем плане. Одна из частей аквапарка. Спортивная зона, горки, движняк. Территория аквапарка, отличная инфраструктура, шикарные горки, большой бассейн и другие развлекательные детские мероприятия. Здесь. Отличная горка, экстремальная для детей и взрослых. Территория для детей. Вот мы смотрим сюда, парк. Шикарное место. Понравилось тебе все? Придем еще когда-нибудь сюда? Мы сюда обязательно. На территории комплекса находится 8 отелей разных уровней. Вот так вот здесь люди отдыхают. Это один из отелей. И вообще отельная территория этого курорта. Маленькая часть. На всей территории этого комплекса можно творить все, что угодно. Купаться, где хочешь, и гулять.
потрясающее место. Можно тусоваться где угодно. А я пошел ныря дальше. Многие люди очень сильно жалуются, что здесь очень плохой сервис обслуживания. Не знаю, я на это закрыл глаза. Мне очень сильно нравится природа. Я фанатею, балдею. И все тут так просто. Территория охраняется. По спецпропускам просто так никто лево не заедет, не зайдет. Отдыхать и балдеть по всей территории комплекса. Наш отель вон там, вот, в километре. Можно гулять где угодно, когда угодно, сколько угодно. Мы еще готовимся на водные аттракционы гидроцикл. Мирыч приготавливается к старту. Сейчас мы вместе рванем. Давай, давай, вперед, садись, садись, вперед, вперед. Ты впереди будешь. Я сзади буду сидеть, ты будешь рванить. Давай, Мирик, погнали. Давай, братан, давай, вперед, красавчик. Тихо, тихо, спокойно, спокойно. Вперед, давай, давай. Молодец. Оп. Подожди. Мы тут с Мирычем решили прокатиться. А Мирыч, давай, давай. Давай, давай, братан, сынок, точнее, вперед! Мирыч сам управляет, красавчик! Вперед! Давай, камеру руки, ну что, погружаемся? Управляемся с Мирославом в аквапарк Солнечный берег. Аквапарк в самом Бургасе. С Мирычем зарулили в новый аквапарк в Бургасе. Мирыч в шоке от такого огромного флага, который здесь. Как ты, Мирыч, первоначально здесь? Еще не распробовали. Мы погнали. Вот мы в очередном аквапарке в Болгарии. Это уже не наш аквапарк отельный, а это уже аквапарк в центре города. Отличного уровня аквапарк. Рекомендуем всем. Просто Мирыч погнал свою тему. Большой аквапарк. Там же три отеля. Супер. Горки потрясающие большие. Вот мы с Мирычем посетили аквапарк. Мирыч, как ты? Мы еще так же сюда постараемся вернуться. Мы с Мирославом отправляемся в очередную водную экспедицию на катамаране по Черному морю. Короче, в планах у нас объехать полностью все побережье Болгарии. Ну, мы погнали. Мирыч, ты готов? Да. Все, вперед! Ожидайте. Вот он я. Зашли с Мирчиком сувенирчики купить. Ты нашел себе? Да. Везем сувениры домой. Финиширует наш отдых. Сегодня мы съезжаем
и приятно, конечно, и печально. Хотелось бы побольше отдохнуть, всему свое время. Будем стараться сюда еще раз попасть. Огромное спасибо этому курорту, этой Болгарии. Очень было приятно и кайфово. До новых встреч. Мы сюда еще вернемся. Все, наша тусовка подошла к концу. До новых встреч в Минске. Мирыч недовольный на чемоданах. Уезжает. Вот мы уже прилетели, так что все прошло хорошо, удачно. Уважаемые, закончился наш отпуск. Мы очень довольны, шикарно отдохнули, человека от смерти спасли. Теперь мы направляемся домой. Всем пока!